Короче говоря, у меня выходной. В 11 часов прозвенел будильник. Я не стал на него реагировать и просто отвернулся на другой бок. Мне еще рано вставать, я могу позволить себе поспать еще несколько часов в выходной день. В 4 часа дня я проснулся с мыслями. Выспался ли я? Да, выспался. Пора вставать. Я пошел в туалет, а заодно, чтобы сэкономить время, я решил почистить зубы. Теперь я точно уже проснулся и могу провести с пользой свой единственный выходной день. Решил пойти на балкон и покурить. Помнил, я же не курю. Идиот. Перед тем, как покорять мир, я решил позавтракать. Ну или пообедать, это уже не важно. Холодильник был, как обычно, пуст. Ничего удивительного. Лежала лишь кожура от банана, который я съел еще на прошлой неделе. Я решил полазить в мусорном пакете в надежде найти там что-то вкусное. Но я ничего не нашел. Впрочем, ничего удивительного. Сегодня придется не есть. Ничего, поем в другой день. Я решил посмотреть телевизор. Как всегда, ничего интересного. Лишь тупые сериалы и передачи. Мне позвонили друзья и предложили провести вечер вместе с ними. Я отказался, ведь у меня полно дел еще на сегодняшний день. Я залип на свой цветочек. Мне нравилось на него смотреть. Затем я начал наблюдать, как за окном ходят люди. Решил поиграть в свои игрушки, в которые я играл лет так 7 назад. Почему бы не вспомнить детство, самое время. Мне быстро наскучило. Все-таки я уже вырос из этого возраста. Я давно не поливал цветочек в спальню. Нужно это сделать, хотя бы сегодня. Цветочек уже умер и не нуждался в моей воде. Я расстроился. Сильно расстроился. Очень сильно расстроился. Я решил помянуть свой любимый цветочек. Я выпил. Он выпил. Не заметили, как выпили уже 3 бутылки? Я сильный. Я переживу это. Я сел и начал очень долгое время ждать гостей, но никто не приходил. Неудивительно, ведь я никого не позвал. Решил пока прилечь на кровать и подумать, чем бы себя занять. Так ничего не придумал и незаметно уснул. Короче говоря, я просрал свой выходной.